Суть происходящего на сцене можно уловить без лишних слов. Актеры-любители представили публике постановку «Аулак Ой». Артисты работают для своего немногочисленного, но благодарного зрителя. Современная молодежь, они же такую музыку исполняют. И бабушкам, дедушкам это больно не нравится. Нам сердцу ближе наши традиционные, давнишние музыка, песни, разные игры там. В начале года Абдрахмановский совет ветеранов выиграл грант и, не откладывая в долгий ящик, принялся его осуществлять. «Живая нить традиций» — название для ценителей народного колорита не в новинку. Проект под таким же названием и с похожими целями проходил в Владимирской области в 2019-м. К 2023 году национальных культур и традиций живую нить протянули и до Татарстана. На юго-востоке республики проект реализуется пока только в Лениногорске и Альметьевске. Аулак-ой – один из обычаев на все времена и, пусть не по названию, а по духу, знакомый многим. Если дословно, то это свободный дом. Поздней осенью и зимой молодежь собиралась у кого-нибудь из друзей, чьи родители отлучились из дома. Первое время такие посиделки были занятием чисто женским, потом к девушкам подтянулись и парни. Эти традиции и обряды передаем молодому поколению и желаем, чтобы они знали и сохранили. Проект «Живая нить традиций» будет проходить в течение года на разных площадках села. Тимур Туманов, новости Юго-Востока.